Да, вопрос очень интересный и актуальный. И, естественно, я бы никогда ее не делал. И многие сегодня говорят, что вот в Библии написано, не наносите. Да, но на самом деле речь там не просто о современных татуировках, то есть там они наносили в память там, умерших и так далее. Сегодня для современной молодежи, для многих татуировка это просто как украшение, они вообще не придают никакого смысла для этого. Но я все равно не стал бы это делать. Почему? Потому что мы закроем путь, ну, для определенной категории людей. У нас еще в России, скажем, такая... ну, не такая свобода, как в других странах, и поэтому для кого-то это сегодня станет камнем преткновения. Соответственно, апостол Павел говорит, если это кого-то может ну, как-то оскорбить, то я не буду это делать, то есть я не буду есть мясо вовек. Да? Потом, соответственно, сегодня хотят сделать татуировку, потому что это модно, это круто, и они не думают о том, что через там, несколько лет это будет уже ну, не актуально, страшно, и не все будут жалеть. Вот, поэтому я бы не стал это делать. Мы в наших церквях не запрещаем это, но мы и не говорим, что это, ну, то есть не одобряем. И на служение вряд ли мы поставим человека, который в сознательном, как бы, ну, возрасте, будучи христианином, сделает татуировку.